вылазило рыбачье. Каютом пошел. Ну что, ты не проверял? Тянет? Тянет. Нормально? Смонтировал. Ну, да. Что там эти кусочки, отрезки, их потом никто не смотрит. Все. Дембель. Только дембель с парохода на пароход. Вот сейчас у тебя работа начнется. Все, кончилась лафа. Курить вредно. Блин, я мусор не выкинул. О, деньга не выпустил. Ты сестершип? Твой электричен. Электричен из Асо. Спешав ты им одна слова, а сикс ладно дэн. Here is six Lantau vessel. I maintain six. The long. Не, ну мусор в каюте оставил, это нехорошо. Надо пойти забрать. Иди забирай. Заберешь, поедешь в гостиницу, там выбросишь. В Японии как раз мусор нужен, они целые острова с мусора отсыпают. Забирай. Also summer vacation season, also other cherry blossom season. End of March, starting of April, cherry blossom season, and also winter holiday, and some of the Chinese holiday season, Chinese passenger. Tourists come to Japan, very big. From Europe, tourists also coming? Ah, yes, some of the tourists coming. But also too. Not too much? Not so much. Other so Chinese, Korean, Taiwanese. Too much. Давай, счастливо. We'll be right back.
хочу вот попробовать игрушки, пару игрушек купил для детей, дочек порадовать. Ну что было, в Китае приходят бизнесмены, китайские барыги, и приносят всякие безделушки, расстилаются там на палубе, продают. Он взял миньона и какого-то робота с барабанчиком. Сейчас поставлю батарейки, посмотрим, как они танцуют. В одном из них, по-моему, батарейки оставались. Он, когда мне тестировал, по-моему, оставил. А вот в каком-то из них нету. Сейчас проверим. Специально с машины взял батареечки. В этом роботе и есть батарейки. Сейчас миньона попробуем зарядим. Шустрый такой, ну, куда ты побежал? С вами, пацаны, теперь не соскучишься.